Знаете, я, наверное, благодарна своей профессии, которая меня познакомила с такими чудесными людьми, потому что раньше, когда вот представляешь себе какие-то вот неполадки со здоровьем, еще что-то, кажется, беда-беда, вот беда ведущая, смотрю на людей, вот, и я думаю, какие хоть у меня тут проблемы, что хоть у меня-то в жизни случилось, да ничего, потому что у вас все здорово, вы с крыльями, реально оранжевая сова. Помните, нас всех учили быть птицами. Именно это мы для вас сейчас исполним. Thank you.